Итак, доброе утро на Истребином. Вчера в 6 часов ночи мы приехали Татьяна. Мы приехали к этому непреодолимому препятствию. Вот, думаю. Покажи наши следы. Так а чего наши следы? Следы от воды? Следы от воды. Мы решили, что очень опасно. Вчера мне казалось, что этим потоком меня снесет вот туда, и я буду перевернутая, лежать днищем кверху. И нас будет заливать вода, как в фильмах ужасов. А потом придут лисы и зажрут. Ну тут как бы вот так воды, ну тут поглубже чуть-чуть, но все равно, в итоге нас не снесли, и все хорошо.